Всем привет, дорогие друзья, с вами Факер ИНС, и мы продолжаем выпускать наши дайджесты. Седьмой выпуск дайджеста от Virtus.pro, и на этот раз мы поведаем вам о том, какие события произошли в неделю с 17 по 23 ноября. Продолжаются LAN-финалы в Швеции Dream League. Собственно, закончился второй этап, назывался он «Студия Групп», что-то типа того на английском языке. Ну и мы узнали 6 команд, которые все-таки проходят на DreamHack в Йончопинге. И эти 6 команд имеют следующие теги: Virtus.pro, Virtus.pro, Polar, Four Anchors and C-Cap, Evil Genius, Team Tinker, Cloud9, и вроде бы я всех назвал. Всех назвал, да. На Alliance вместе с MVP Phoenix покидают борт. И турнир, на самом деле, очень неплохой оказался, правда, этот формат Best of 2, не всеми любимый, привнес невероятное количество ничей. Ну, с другой стороны, можно было рассматривать каждый отдельный матч как просто две карты. То есть, по факту, могли бы вообще организаторы сделать так, чтобы игроки бы играли эти игры друг с другом не подряд. Тоже, может быть, кстати, было бы интересно. Очень много ничей было. Например, 4 якоря и морской капитан. Вообще, по-моему, все игры сыграли в ничью, какие у них были. Ну да, там очень много. Да, еще Джиракс, я помню, в интервью говорил, что он не понимает, почему они первую игру проигрывают, постоянно вторую игру выигрывают. Для него это реально непонятно. Но вот на самом деле вот такой формат Best of 2 мне очень понравился, потому что он действительно создает напряжение. Вот, как по мне, это то, чего не хватало на International 4 в группе в первом этапе вот этого Best of 2 формата, чтобы больше интриги было, больше. Ну и на самом деле хотелось отметить игру MVP Phoenix. Они начали первый день очень удачно. Они сыграли 1-1 с альянсами, 2-0 обыграли Virtus.pro. И как-то изначально они показывали себя очень неплохо. То есть они потом на следующий день сыграли 1-1 с якорями, с Cloud9 они сыграли 1-1. Но вот все-таки не зашло, не зашло. Так или иначе, корейцы меня очень удивили, приятно удивили. И они начинают составлять конкуренцию европейской, точнее, западной дот-сцене. Это, конечно, очень приятно, лично для меня. Корейцы, да, корейцы ворвались очень неплохо. И мне кажется, что могла сыграть тут роль усталости на самом деле, потому что они ведь приехали из Баку, с того самого чемпионата мира, прямо оттуда сразу в Швецию. Притом планы они изменили свои по ходу как бы действия, потому что их пригласили на LAN-финал, когда они еще были в Баку, ввиду того, что там подтвердилось, что китайцы отказались. Поэтому очень была напряженная у них такая как бы неделя игровая. Они играли там, потом летели, практически сразу играли. И более того, им еще и график такой поставили. Например, 3 игры в первый день, потом там еще там 2 игры во второй. Притом вторую игру просто перенесли со второго дня, потому что там были задержки, и вообще электричество в Швеции отключилось. И, возможно, усталость сыграла, накопившаяся. Поэтому начало еще у них пошло неплохо, а дальше уже они надавали очень много очков. Команда Alliance, ну, достаточно ожидаемо, что ли, для меня заняли 7-8 место. Мне казалось, что они могут еще 6 занять, но все-таки не пошло. Но что тут говорить, 3 замены по факту. Сложно назвать эту команду именно Alliance. Это, скорее всего, был микс Лода и Аки с двумя игроками из Fnatic, Хани Эйс и Майнацем из Lions. Так что не очень хорошие у них результаты по итогу. Ну и на грани вылета оказались Virtus.pro и Virtus.pro Polar, у которых по 6-8 по итогам групповой стадии было. Но они все-таки проходят на DreamHack. Хотя вот, несмотря на то, что счет одинаковый у этих двух команд, как-то больше почему-то мне запомнилась игра Virtus.pro Polar. Не знаю даже почему. Virtus.pro Polar смотрелись поувереннее, по крайней мере, они более уверенно начали. Они начали с победы над MVP. Они там сыграли 1-1 с Alliance,
потом они сыграли 1 на 1 с Virtus.pro, 1 на 1 с, 1-1 с четырьмя капитанами, четырьмя якорями, точнее, капитаном. 1-1 они также сыграли и с Team Tinker, и практически во всех играх они боролись, поэтому действительно их игра запомнилась. Virtus.pro же до самой последней как бы игры на всей линии были на грани. То есть если бы они не выиграли самую последнюю игру с Cloud9, с которым они в итоге сыграли в ничью, то они бы не попали. Действительно, их выступление пока очень шаткое. Опять же, им и Evil Geniuses в какой-то степени подарили одну игру в матче, отдав 15-тысячное преимущество. В той игре Artisan на Draw Ranger собрался на Джиньяшу, БКБ и Скади. Ну, то есть, действительно, не самый лучший перформанс показали там Evil Geniuses. И вот, и также, в принципе, Cloud9, играя свою последнюю игру, уже 100% зарезервировав за собой первое место, отчасти поэкспериментировав, на мой взгляд, взяли Феникса, потому что до этого как бы Феникса они не брали. Ну и Феникс на самом деле отыгрался довольно-таки слабо. Ну, за такие подарки, в принципе, стоит сказать им спасибо. Virtus.pro воспользовались таким предложением и свою игру Cloud9 в итоге забрали. Попали на LAN-финал, хоть и с 6-го места, но это уже не важно. Ну а мы напомним, что последняя, заключительная часть, а именно DreamHack в Юнчопинге начнется 27 ноября, поэтому, я не знаю, отметьте себе где-то в календаре, с 27 ноября последний этап LAN-финала в Dream League второго сезона. Параллельно Dream League проходит онлайн-отборочные на StarLadder и Captain's Draft XMJ. Первая стадия XMJ Captain's Draft подходит к концу, там осталось всего две игры до перехода в плей-офф, ну а у StarLadder еще около 20 дней онлайн-сезона. Вышел новый патч, в котором появился такой герой, как Каракул. Чтобы ознакомиться с этим героем, вы можете перейти на наш YouTube-канал и посмотреть гайд, который для вас записал Ярослав. Ну и также в этом патче в C-мод были добавлены Феникс и Брудмазер. Брудмазер я еще лично не видел, но Феникс вроде как пару раз уже появлялся в профессиональных ивентах, в профессиональных матчах. В то время он появлялся неуспешно. То есть пока у Феникса, если есть винрейт, то он маленький и на самом высоком уровне, его точно побед у Феникса нет. То есть профессиональные игроки, в принципе, ну, еще раз подтверждают то, что они в основном тренируются на те герои, которые доступны, а герои, которые недоступны, как бы обходят их стороной. Поэтому на Фениксах пока выступление не самое крутое, однако думаю, что Феникс в будущем появится и не раз. Чего вряд ли можно сказать про Брудмазер. Брудмазер, я думаю, что будет игнорироваться большинством команд, и никому она не будет нужна. Переходим к рубрике «Решафлы недели». На этой неделе действительно было не очень много решафлов, но так или иначе пару игроков поменяли свои коллективы. Итак, М5 лишились русского состава, а именно Blow Your Brain, Tron, Vegas и Carter больше не являются частью организации Moscow 5. Релаксы возвращаются в лице Виндикса, Crazy, Воу-Воу-Воу и Two Forever. Я не знаю двух последних игроков, но будем следить за этим коллективом. Версуту кикнули из Na'Vi, что достаточно интересно, про это можно даже немножко поговорить. Ну и Team Tinker теперь принадлежат Алексу Гарфилду. Таким образом, у Гарфилда уже три коллектива под крылом: Evil Geniuses, Альянсы и Team Tinker. По факту, насколько мне известно, Team Tinker практически все время принадлежали Алексу Гарфилду, просто он как бы не осознался в этом. Существует еще одна команда, которая тоже принадлежит ему, но как бы это находится под строгим секретом. А насчет Версута, кикнутого из Na'Vi, ну я даже не знаю. Я даже не знаю, кто здесь больше потерял. Мне кажется, что Версута, покинув Na'Vi, особо ничего не потерял. А вот Na'Vi, потеряв Версуту, потеряли в его лице чуть ли не самого популярного стримера, вот, летсплейщика на территории СНГ на данный момент. И, по-моему, что это довольно серьезная потеря. Ну, наверняка Na'Vi будут исполнять эту потерю. И интересно, кого же они будут пытаться
забрать себе на замену Версуты. Ну и в конце выпуска переходим к номинациям этой недели. И по традиции мы определяем, кто же у нас стал событием недели, матчем недели и... Темлением недели. Да. Ну, в событие недели, я думаю, единогласно мы с Ярославом отнесем кик Версуты из Нави. Причем, я так понимаю, это был реально кик, а не уход Версуты. Поэтому, ну, это... Действительно такое событие, которое активно обсуждалось и на Reddit, и на разнообразных форумах, так что однозначно это самое громкое событие на этой неделе. Ты согласен со мной? Безусловно. Безусловно. Матч недели лично я бы отнес к матчу недели Virtus.pro Polar против MVP Phoenix. Первая карта, Spectra против Nagi. Очень-очень интересное противостояние с переворотами, с разменами сторонами и так далее. Вот лично мне кажется, это топовый матч. Отличный матч. Ну и также хотелось бы отметить еще один матч на Dream League с участием Virtus.pro Polar и Virtus.pro обычных. Опять же, первая карта. Тоже размен сторонами. Если вы не видели и не знаете, кто победит, то это будет один из тех матчей, который вам будет очень интересно посмотреть до самого конца, потому что развязка наступает в последние буквально 10 секунд матча, который идет в сумме где-то около часа. Ну, я думаю, что мы можем сделать исключение и два матча поставить в матче недели. Ну и щемление недели. Что же такого произошло? Ну, на мой взгляд, что безусловным щемлением недели является, опять же, событие, произошедшее на Dream League, и Eternal Envy, обливающий энергетиком монстр, блин, получается реклама, обливающий энергетиком, в общем, игрока команды Alliance, который играет на замене, Хани. Там случилась довольно интересная история, судя по крайней мере, легенде, которая бытует. Является что-то типа официальный. Хани обманул Envy и поставил ему в паблике азиатский сервер. Envy из этого слил ПТС, разозлился и облил Хани энергетиком. В любом случае, как бы то ни было, на мой взгляд, Envy поступил довольно странно, а Хани по факту имел право дать ему люлей за такое действие. Думается мне. Но Хани оказался добрым, и в итоге все перевели как бы в шутку, посмеялись. Но поступок Envy никак как щемление назвать я не могу. Да, я думаю, что этот момент должен оказаться в щемлении к неделе, но, возможно, просто Хани не отреагировал с того, что это все происходило фактически в лайв-трансляции. И, ну, поступок Envy мне считается не то чтобы непонятным, он неправильный, одно дело... Даже если бы такая ситуация произошла вне камеры, это одно, но врываться, грубо говоря, на трансляцию в лайве и делать это, по-моему, совсем неправильно. Джеки Мао в очередной раз меня разочаровывает как персона Dota Community. Ну что ж, дорогие друзья, это был 7-й выпуск дайджеста от Virtus.pro. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на наш Twitter, на наш паблик ВКонтакте, на наш YouTube-канал. И до следующей недели. Пока.